Всем привет, всем привет! Ну а мы продолжаем, так как последняя акция у нас буквально осталась 2 дня. И все, будут подарки все убраны, у вас останется буквально 3 дня, чтобы потратить ваши квиды на модули. Не забывайте, если есть возможность, обновите, пожалуйста. Можно, конечно, купить расход. Кому как. Кто как хочет, кто так и делает. Но что же будет, если как раз... есть деньги и можно купить немного рубинов. Закупиться подарками и посчитать, что все будет прекрасно. Ну вот Роме, к сожалению, у нас не повезло. Форсберг немножко не дотянул до того момента, чтобы вытащить почти все топовые призы. Как бы, ну, сочувствую, Ром, я тебе сочувствую. Ничего не могу сказать хорошего, так сказать. Мне повезло больше. А знаешь почему? Потому что копи звезды, Рома. Копи звезды. Все решить донатом в этой игре невозможно. Так что пожелаю тебе удачи и с окончанием тебя летние акции. Ну а по призулькам, конечно же, смотрите далее в видео. Давайте, поехали! Асфальтное веретено, не ясен еще маршрут. Но где-то так заведено, верят в тебя и ждут. На трассе ты не одинок, раз надо, поможем все. То прямо несется, то вбок жизни твоей шоссе. Если в душе ты байкер, сердце твое в дороге, топлива хватит в баке, рано столбить итоги. Встретят тебя объятья ветра по автострадам. Байкеры — это братья звездам, кострам, закатам. За горизонтом вдали такой же нелегкий путь. Зачем шлемы наши в пыли, скажем когда-нибудь. Но это лишь смогут понять, кто вольным рожден на свет. Моторы зовут нас опять, байкам преграды нет. Если в душе ты байкер, сердце твое в дороге, топлива хватит в баке, рано столбить итоги. Встретят тебя объятья ветра по автострадам. Байкеры — это братья звездам, кострам, закатам. Твое в дороге, топлива хватит в баке, рано столбить итоги. Встретят тебя